Да, всем нашим, ребят, всем нашим, привет всем нашим. Фотожабочки хотите, да? Всегда вам нужно только одно и то же, ребят. Вот всем вот говорят, да, всем людям надо только одно и то же. Полон пива квасом или квасопивом? Вот уж действительно вопрос, ребят. Этот я мимас где-то видел, идиот сержант Дорнер. Так. Вот я скинул всего лишь одну фотку своей ноги, да? Вы даже из этого умудрились что-то сделать. Я иногда просто поражаюсь вашей фантазии. Я максимально поражаюсь вашей фантазии. Максим Дружинин, насколько в это вообще возможно догадаться? Так, что-то красиво волосы вырезал. Блядь. Я гениальным, у меня нет сил злиться на вас больше. Это просто гениально. В это сложно поверить, но на обоих изображениях белый нац. Ну тут желтый. Тут белый. Блять. Понял. Бабая, когда готика 3. Блять, и почему крипер, блять, съебал бы школьника, а внизу, блять. Я не понимаю. А вот это красиво сделано. Вот это красиво сделано. Очень красиво. Прям умудрился, чел, слушай, ляпота. Когда скачал Castlevania? Блять. Ну это я после ядерных ударов, да, ребят. Я, кстати, так и буду выглядеть. Точь в точь. Олег Базов. И ты нацепил ему мои волосы, блять, а вместо усов мою ебучую улыбку. И глаза мои вверх ногами перевернул, да? Ой, драник ты, драник, а. По что ж ты так со мной? Найди 10 отличий. Какие же. Ну, преисполнился, преисполнился. Вообще эти гоблины, гримнир, блять, поебать, это ассатур. Я вот ем сыр с сосисками. Здоровья вам и хорошего дня. Ну, магика. Надо будет как-нибудь магику все-таки поиграть. Топ-5 вещей, которые сражают ББ. В настоящее время Олег является самым раздражительным персонажем для ББ. Он является самым везучим жителем деревни ББ. Не раз пытался убить Олега. Все началось с того, что Олег зашел в его дом, ББ неожиданно... Ну тут история, да. Я знаю, что ты заебешься читать, поэтому продолжение жди на следующем стриме. Один донатер написал, что он UFC 4 сделал ББ, однако он охуел от роста и что он маленький. По сравнению с другими бойцами, что ББ ответит, что его рост 179 у меня рост, блядь. Почему 173? И что это не низкий рост, то тут понеслось. В комментах начали писать, что он карлик. Это так у меня 179 у меня рост. И это раздражал ББ, начал доказывать, что он не карлик, но это уже было слишком поздно. Люди начали пилить мемы, связанные с его... Ну это, короче, лор объясняется. Да, тесты на даже не буду читать. ББ ненавидит фури, однако подписчики пытаются доебываться о том, что он фури, это его раздражает. Ну, уже нет. Меня занизили. Я чё, лад приора? Булфагор настолько заебал ББ, что тот его в ЧС добавил. Нет, кстати, с Булфагором мы периодически списываемся, он не в ЧС у меня. Султан ББ курит кальян и байтит на донаты. Если кто скажет, что это рост один к одному, блядь, я того забаню.
Это у нас Alignment. Lawful Good – Маркус. Neutral Good – Сулик. Chaotic Good – Харальд. Lawful Neutral – First Citizen. Нет, что? True Neutral – Dickhead. Блять, а почему Dickhead? Почему Хаку? Пизду. Так, Кот Оксан. Семейка Бакареш, Баба Илинский и евреи. Это я. Это ты Настю типа прифотошопил, да? И третий у нас, блядь, стул. Ой, бля. Притом стул, сука, на картинке выше меня. Я в пизду, я это отказываюсь как-либо комментировать. Блять, вот-вот хотел вас по-божески спросить, это тонкая ли у меня нога или нет. Она у меня, кстати, мощная. Посмотрите, какая мощная. Мясистая. Ее ко всему начали фотошопить. Это я типа червь из Дюны, да? С кроссовком на конце. Я это даже добавил, блять. Nice opinion. Я даже это опубликую. Да я, наверное, много чего сегодня показал, опубликую, закрою, закину в отложку. Блять, ББ собутыльник такой. Сука, так и есть. Блять. Ой, ТикТок — это моя жизнь. Ребят. Кого б, не дай бог, нахуй. Не надо, нет, ТикТок не моя жизнь. Я осуждаю, у кого это такая жизнь. Так, и в чем схожесть? Так. Так. Не, не вижу никакой схожести. Жестко развел подписоту на донаты. Это как, знаете, я видел у кого-то нарезку про то, как я типа байтил на то, что Гаст не убивает с одного удара. Типа я байтил, типа вот я либо тупой, либо я байчу, а байчу я хуёво. Ба-ба-ба. Так обидно было. Смешно. Смешно. Не, без иронии говорю, смешно. Смешно. На этом, пожалуй, все, ребят. Да. На этом все. Бибянин.